2011 году свою работу начало студенческое телевидение КФУ. И уже в сентябре 2012 года телеканал «Универ ТВ» вышло в круглосуточное вещание в интернете. А сегодня телеканал уже вещает в эфир на цифровом пакете в кабельных сетях «Таттелеком», «Ростелеком» и других, а также в интернете на сайте универсмотри.ру. Сейчас наш телеканал будет транслироваться в новой кабельной сети «Казгорсеть». Это филиал крупной сети «Уфанет». Компания «Уфанет» присутствует в 10 городах России. Это Башкирия, Оренбургская область, Казань и Нижний Новгород. На самом деле разговоры о появлении «Универ ТВ» в нашей сети достаточно давно идут. Ну, как бы вот в этом году приняли такое решение, что «Универ ТВ» будем включать в сеть. Хороший канал, студенческий канал, делают сами ребята. Он интересный. Мне кажется, молодежи будет интересно смотреть его. Если говорить о количестве абонентов, это больше 30 тысяч. Присоединение кабельной сети «Казгорсеть» дало нам существенное увеличение аудитории. Вот компания КГС – одна из таких компаний, которая пошла нам навстречу и обеспечила трансляцию нашего телеканала у себя в кабельной сети. Мы сейчас доступны в открытой цифре на 169-й кнопке. Сегодня телевидение КФУ представляет собой полноценный медиахолдинг, включающий корпоративный телеканал КФУ, круглосуточное студенческое телевидение «Универ ТВ» и круглосуточное интернет-радио «ЮФМ». А телеканал «Универ ТВ» не только освещает новости студенчества, но и знакомит телезрителей с наукой, образованием, медициной и многим другим. Нас начинают смотреть больше и больше. Казанский федеральный университет начинает выигрывать в этом, потому что все больше людей начинают видеть, понимать, что же происходит в университете. А мы каждый день рассказываем это своими новостями, программами, в которых появляются наши профессора, ученые, проректора, руководство университета, которые четко, достаточно доступно объясняют, что происходит в университете и вообще, что происходит в научном мире. Для студентов работа на «Универ ТВ» – это хорошая возможность научиться азам телевидения, попробовать себя в роли корреспондентов, ведущих и операторов. Огромным преимуществом является более современное и профессиональное оборудование, чем у других телеканалов Татарстана. Сейчас у юных звезд телезрителей станет гораздо больше. Это только стимулирует к упорной и плодотворной работе. А о деятельности Казанского федерального теперь будет известно большему количеству народа. Анна Глазунова, Роман Самарин, «Универ Ньюс».